Министерство обороны Азербайджана представило уточненный список военнослужащих, ставших шахидами в Отечественной войне. В списке представлены фотографии, имена, фамилии, информация о воинских званиях и дате рождения 2855 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской республики, ставших шахидами в Отечественной войне и похороненных до 18 января, а также 50 военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Как передает канал 13 со ссылкой на пресс-службу Минобороны Азербайджана, ведутся работы по поиску и идентификации военнослужащих, числящихся пропавшими без вести. Да упокоит Аллах души всех наших шахидов. Мы склоняем головы перед светлой памятью наших шахидов. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.